Прекрасное начало сезона. И, конечно же, они будут продолжать неуклонно идти к цели, к званию чемпиона. И интересно посмотреть, как они отыграют оставшиеся матчи. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Яо Куаси. Елене. Санчес. Авес напрашивается. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Елене. Яо Куаси. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Неточная передача. Вратарь без труда забирает мяч. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграл. Хюнтела. Ба. Есть вариант для паса. Попасть от Тополос. Рамос. Куарежма, Бернардо. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Куарежма, Бернардо. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Оставляет мяч. Голкипер забирает мяч. Яо Куаси. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. И выносится мяч из штрафной. Папастатополос. Хороший прессинг показывает соперник и забирает себе мяч. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Мяч уходит на угловой. Интересно, что они задумали. Быстро разыгран угловой. Куарежма, Бернардо. Рамос. Будут вбрасывать мяч из-за боковой они. Санчес. Нужно бить поворотом. Отличный отбор в самый последний момент. Ба. Атака продолжится через фланг. Можно забивать. Вот как надо играть в защите. Тут надо было просто вынести мяч, что защитник и сделал. Кросс. И есть поддержка у этой атаки. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Елене. Ба.
Санчес. Папастатопулос. Хорошо мяч перехватили в атаке. Можно подать. Слабый удар головой, если это вообще можно назвать ударом. Но такие удары для этого вратаря, как говорится, семечки. Рамос. Кросс. Еленин. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Рамос. Хороший пас на ход. На секунду бы попозже начать это открывание, может быть, и не было бы офсайда. Санчес. Хорошо сыгранный навес должен последовать. Первый тайм завершен, на табло нули. Начинают второй тайм команды. Все просто. Вынос. Навес напрашивается. Ба. Опасно! Еще одна возможность. Очень хотят они выйти вперед. Есть первый гол в игре. Счет открыт. Заслуженный гол. Команда доминировала, так что этот гол был просто вопросом времени. И, наконец, он состоялся. 1-0. Сейчас будет веселее. Увидел открывание впереди. Делает передачу. Нарушение и штрафной удар. Возможно, ситуация тянула на предупреждение, но пока что арбитр ограничивается устным внушением. Рефери сегодня достаточно спокойный на самом деле. Он часто позволяет играть достаточно жестко и грубо. Другой бы уже, наверное, команда посадила на свисток. Хороший вынос мяча из штрафной. Дое. Хюнтела. Папастатопулос. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Проходит эта передача. Может быть опасно. Мяч выбит. И это конец перспективной, в общем-то, атаки. Отличный отбор мяча. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Росс.
Не получился навес. Мяч выбит первым же игроком соперника. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Жаль, затянули немного атаку, и все, момент упущен. Хороший пас, что дальше? И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Маркизио. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Забуксовала что-то атака, и теперь будет удар от ворот. Папастатопулос. Это аут. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Яо Куаси. Нет, не дошел этот пас до... Есть игрок впереди, пройдет передача. Хорош. И пробил. Арбитр назначает угловой. Удар! В перекладину мяч попадает. Им не повезло, мяч попал в штангу. Момент был великолепный для гола. С углового мяч будет введен в игру. И в центр штраф. Санчес! Мимо ворот мяч проходит, хотя казалось, что промахнуться тут просто невозможно. Да, конечно, не рассчитал силу удара. Маркизио. Мяч у соперника. Ба. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Мяч вратаря, который выбивает его сильно и далеко. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Неаккуратная игра на своей половине поля. Ну как же так можно? Теперь надо снова отбирать мяч. И через край пошла атака. Тут есть немножко свободного пространства. Много еще играть. 10 минут. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Бам. Тут немного сил. Хороший по задумке пас. Очень неточным этот удар получился. Бил с лета и выбрал, наверное, не тот момент для удара. Мяч прошел мимо ворот. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Атака, стоп, мяч будет введен в игру ударом от ворот. Яо Куаси. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Рамос. Как же здорово он играет в пас. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. А основное время заканчивается через 3 минуты. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Елене. Ндое. Пас за пасом следует. Много передач и владения мячом. Они показывают, что умеют с ним обращаться. Послушайте стадион сейчас. Очень недовольны болельщики их игрой сегодня. Ничего не получается. И они разочарованы. Вот такими действиями игроков.
Не может никак команда зацепиться за мяч. И вот на блюдечке преподнесла его соперник. Елини! Удар? Точно. Отличный пас. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственный. Свисток судьи возвещает о завершении матча. Матч окончен. И вот такой результат.